Дивимося по факту. Скільки тут було хвороста. Ветки с черешни, с вишни, плюс ботва картофеля. Осталось совсем ничего. Это с тем учетом, что сжигались еще бревна. Еще сжигались бревна. Ну, где грубые ветки я порубала, оставила, пускай сохнут, они еще нам понадобятся. Вот. Не буду я оставлять до того, чтобы была полностью в пыль. Мне надо именно вот эти вот древесные угольки. Вот. Вот этот последний дрючок, таке от тих балок крепкий. Тут еще одна ветка от черешни чи вишни. Все, нам самый ценный вот этот древесный уголек. Пилюка нам ця не важна, тут кислота есть. Вот, это самое важное. Сейчас что я делаю? Мы это ничего не оставляем. Хотя бы мне на один казаночек. Казаночек такой на 10 литров. Хотя бы мне, чтобы было на один казаночек попелю. Потому что я хочу и курям сделать. И надо потушить, потому что тут рядом навоз есть, тут нам навоз не загорелся. Плюс еще есть два тюка соломы. Ну, вообще опасно, десь жаринка полетит, тому это оно надо. Хорошенько заливаем. Треба ж вода там была, потому что жар внизу есть. Та и картошка прошлогодняя печена получилась. О. Все. Подивіться в предыдущем видео, оставлю ссылку в описании, что это за ветки, для чего я объяснила. Нам надо взять десь попел для курей и для подкормки перца. Для подкормки перца, растений. Вот. Предыдущее видео, возможно, трошки плохого качества, потому что мне тут забивает монитор камеры солнце, и я просто бачу черный экран. Наводю вот, телефон, и я ничего не бачу. Вот такий це у меня такий телефон. Вот. Ну все, по цьому, всему остальному я покажу вам в следующем видео. Ну и вот, ребята, заканчивается у нас, наверное, рабочий день. Чи не заканчивается, а тільки обід.